Меньше года назад одной из самых популярных игр была Destruction Derby – гонки на разрушение. Правда, популярность была недолгая, все было очень весело и азартно, но маленькие и узенькие трассы быстро наскучили. И вот Psygnosis представляет вторую часть. Убивает наповал. Великолепные треки, широкие и скоростные, с трамплинами и ямами. Есть где разогнаться. Впрочем, особо разогнаться вряд ли дадут. Народ здесь какой-то нервный ездит. Через 5 минут гонки начинаешь мечтать о танке. Да, такова суть Destruction Derby. Здесь очки дают за повреждения на машинах конкурентов. Поэтому, чтобы попасть в высшую лигу, нужно стать терминатором. Устроить засаду и крушить соперников, не подставляя под удары мотор. Потом без задних колес на своих двоих поехать и посмотреть на черное дело рук своих. Всего в игре 7 трасс и 4 арены, где разворачивается апофеоз игры Total Destruction. Можно играть каждый за себя, а можно один против всех. Чистое самоубийство. В заключении можно сделать предварительные выводы. Улучшено все, что могло быть улучшено, за исключением управления, которое поначалу кажется неудобным. В целом же игра заслуживает самых лестных оценок, но ждет ли ее успех, сказать сложно. Ужасная конкуренция.